В эфире телеканала «Этон ТВ» программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии по-прежнему я, ее ведущий, Александр Гурарье. Политический кризис в Абхазии. В отставку ушел президент Абхазии Рауль Хаджимба. И он больше не будет баллотироваться на этот пост, хотя в политической жизни он остается. А временным исполняющим обязанности президента до новых выборов назначен не вице-президент, как подсказывала бы логика, а действующий премьер-министр. А что же происходит в Абхазии и чем вызваны вот эти перетрубации? С этим вопросом я обращаюсь к политологу Аврааму Шмулевичу, специалисту по Северному Кавказу. Авраам, здравствуйте. Добрый день. Что за шекспировские страсти творятся в этой небольшой непризнанной республике? Республика хоть непризнанная почти никем, кроме России, государства Вануату. Вот, но очень интересно. Абхазы воплотили мечту Давида Кахана, еврейских правых националистов, государства одного титульного народа. То есть в Абхазии до распада Союза жили абхазы как бы коренной народ и грузины. В результате начавшейся гражданской войны. Там и русских полно жило. Да, были русские, были армяне, да, вот, но основные эти титульные народ, как бы абхазы и грузины, которые более титульный народ, так сказать, потому что они в республике Грузия. Абхазия была автономной республикой в составе Грузии. Вот в этом они имеют достаточно длительную историю взаимоотношений грузины с абхазами. Не будем сейчас в нее вдаваться, но вот после 91 года возникла гражданская война, в результате чего грузины практически полностью были изгнаны из Абхазии. Они остались только в одном приграничном районе, ну и немного там какие-то смешанные семьи, там и сяк. И вполне официально вся власть в Абхазии принадлежит абхазам. То есть президентом может быть только абхаз, прописано у них в Конституции, но ни в одной другой стране этого нет. Вот. И практически абхазы держат все рычаги правления в руках своей политической власти. Но там живут еще достаточно много армян, которые встали на сторону абхазов во время этой войны, значит, за независимость. Какое-то количество русских, но немного их осталось. Вот. И чуть-чуть евреев. Но правит эта страна абхазы, несмотря как бы, что в 20-21 веке это противоречит всем нормам либеральной морали, нормам либерализма, но как бы мир на это совершенно не обращает внимания. Вот, но мир не обращает внимания, потому что мир не признает эту республику. Почему он должен обращать внимание? Ну, республика существует. Во-первых, частично она признана. То есть международные организации там работают. Границы, которые существуют между... Практически линия перемирия между Грузией и Абхазией, они не то чтобы признаны, но как бы считается, что грузинам не стоит их переходить. Вот одна из претензий к Саакашвили со стороны европейцев была в том, что он хотел восстановить территориальную целостность Грузии. Вот некоторые обвиняют его в том, что начал войну даже во Всетии, хотя, по-видимому, это не так. Во всяком случае, при нем Грузия хотела каким-то образом присоединить Абхазию, международному сообществу это не нравилось. На самом деле, вот как бы всех устраивает такой статус-кво. То есть республика-то не признана, но то, что там происходит, известно, да, и никого это особо не волнует. То есть, когда дело не касается Израиля, израильско-палестинского конфликта, то на нарушение прав человека, на этнические чистки и так далее, мир закрывает глаза. То же самое, например, существует несколько сот тысяч, порядка 250, видимо, тысяч грузин, которые были изгнаны из этой республики и потеряют, в общем, все абсолютно. Многие из них были убиты, никаких комитетов ООН по возвращению грузин в Абхазию вы не обнаружите на политической карте, сколько бы вы ни искали. Вот это такие беженцы, о которых все забыли. Но при этом, сделав такую этнократическую республику, абхазы не сумели ее по-настоящему развить. То есть республика до сих пор лежит в руинах, всюду видны следы войны, которое было, сколько уже, с 1994 года прошло, почти 25 лет, да? Вот, экономика находится в крайне зачаточном состоянии, то есть кроме сферы туризма там ничего на самом деле особого нету. В общем, республика находится в достаточно тяжелом экономическом положении, и, как всегда бывает, когда пирог сокращается, его не хватает на
начинается борьба между различными кланами. Был тот президент, который сейчас был свергнут, Роля Джимбо, он пришел к власти на волне таких же протестов после предыдущего президента. То есть те проблемы, которые стоят перед Абхазией, которые Абхазы на самом деле видят, это достаточно образованный, умный, развитый народ. То есть они в принципе понимают, что республика идет куда-то не туда, просто не знают, что с этим делать. Это клановость, беда вообще Северного и Южного Кавказа. Это коррупция, то же самое. Это преступность, которая просто зашкаливает и бьет уже и по туристической отрасли. Это проблемы с наркотиками среди молодежи и так далее, и так далее. Миграция из Абхазии есть проблема также даже каких-то иностранных рабочих, в основном из Узбекистана. Их, конечно, мало, но учитывая, что абхазов тоже мало, это очень сказывается. То есть республика находится в крайне тяжелом положении, поскольку она не признана. Признана только Россией, точнее, из нормальных государств, то развиваться она экономически не может. То есть использовать свое выгодное какое-то экономическое положение, хороший климат, продавать куда-то продукцию, кроме России, они не могут. Россия тоже не очень заинтересована в том, чтобы Абхазия развивалась, была независима. То есть Абхазия находится полностью под патронажем России. Бюджет Абхазии формируется в основном из российских пожертвований, из российских траншей. Армия Абхазии практически была ликвидирована, опять же, Россией. Она практически слилась с российской армией, там служат контрактники в основном из России. То есть дело бы было на всякий случай, чтобы Россия, Абхазия там не вздумали взбунтоваться уже против России. Но, в общем, республика лежит на России достаточно тяжелым экономическим временем, но из каких-то геополитических соображений Москва с этим мирится. Вот, но порядка там нету. Абхазы пытаются что-то делать. Был очень предыдущий, то есть уже свергнутый президент Анджимба пришел на волне народных протестов против коррупции, против клановости. А сейчас его свергли на волне народных протестов против коррупции, против клановости. То есть такой становится красивый обычай, да, такой кавказский. Политические убийства, то есть его обвиняют в том, что даже грузинские воры в законе, поскольку при Саакашвили очень грузинские воры в законе пережали достаточно сильно, правда, при новой власти Иванишвили немножко воспрянули, но тем не менее. Вот оппозиция обвиняет теперешнего лидера в том, что он был связан с этой грузинской организацией, преступностью, что грузинские воры в законе приезжают в Абхазию, делают, что хотят, убивают абхазов. Ну, кстати, предыдущего президента, которого сверг Анджимба, тоже в этом обвиняли. В общем, такой вот ход по кругу. С одной стороны, это очень даже хорошо, потому что, наверное, единственное государство на постсоветском пространстве сейчас, кроме Балтии, конечно, в котором существует более или менее нормальная демократия. Хоть демократия для абхазов, да, вот, но тем не менее, там и свобода слова есть, вот мы видим массовые выступления, которые приводят к смене правительства. Нигде в основном бывшем Советском Союзе это просто невозможно вообразить. С одной стороны, вроде бы настоящая демократия, с другой стороны, к сожалению, счастья нету, и вряд ли новому президенту Да, его еще, это Арджимбу теперешнего президента, то есть Хаджимбу теперешнего президента обвиняют в том, что он фальсифицировал выборы, вот, на которых он повторно пришел к власти. И они сейчас были Центральным избирательным комитетом отменены, собственно, это и требовали выступающие. Они захватили здание администрации президента, захватили там оружейную комнату, там оружия так хватает. В общем, дело было, они были готовы, опять же, единственная страна на постсоветском пространстве, да, где люди выступили против фальсификации выборов. Но мы на примере Абхазии видим, что просто демократии, свободы слова недостаточно для того, чтобы победить коррупцию, недостаточно для того, чтобы создать нормальную процветающую экономику. Вот это достаточно грустный, но интересный урок. Ну а вообще, какие, на ваш взгляд, имеются перспективы у Абхазии? То есть шансов на то, что она будет признана, очень и очень мало. Ну, по крайней мере, так сказать, в обозримом будущем, в ближайшей перспективе. То есть что делать? Что они могут развивать? Насколько я помню из курса экономической географии, в Абхазии было сельское хозяйство, и, собственно, промышленность была минимальная. Так что там осталось теперь?
осталось еще меньше того, что было. Там действительно прекрасный климат. Это единственная часть Советского Союза бывшего, где были субтропики. Мандарины прекрасный... же оттуда, по-моему. Да, конечно, абхазские мандарины. Очень вкусные. Вот. Кроме того, в Абхазии есть огромный туристический потенциал, цветущий край, прекрасная просто обалденная природа, горы и побережье моря, и тропические леса. В Абхазии находится знаменитое озеро Рица, которое так любил товарищ Сталин. То есть там, в принципе, можно что делать. Опять же, есть, скажем, гравий, строительные материалы, которые используются, например, для Сочинской Олимпиады. Не потенциально это благодатная земля. Если Грузия, в принципе, очень благодатный край, то Абхазия была, наверное, самым благодатным краем Советской Грузии, когда она входила в нее в состав. Сделать можно много чего, но для этого республика должна быть самостоятельной. Есть такое свойство у России, что любой народ, любая страна, которая попадает в ее поле, он начинает деградировать. То есть получается то же самое, что в России. Смотрите, те же проблемы клановости, те же самые проблемы коррупция, организованная преступность, которая существует во власти, они же существуют и в Российской Федерации еще больше, чем в Абхазии, на самом деле. И поскольку Абхазия реально является частью России, невозможно, чтобы в части не было тех проблем, которыми болеет весь организм. К сожалению, поэтому перспективы для абхазов достаточно, я так вижу, достаточно печальные. Что жаль, это интересный, своеобразный народ у них, потому что они были частью Грузии все-таки, и в Грузии национальная политика, хоть они и роптали, и возмущались, и выставали даже против грузинской власти, но они не были в России. В России национальная политика была много жестче. Из-за того, что это все-таки была грузинская власть, то они сохранили очень многие элементы древней кавказской цивилизации, северокавказской цивилизации, которой они принадлежат, которые уже в значительной степени не сохранились на территории бывшей Российской Федерации в советское время. Вот. Существует абхазская религия традиционная, там много чего есть очень интересного. Жалко, что если все это будет деградировать и в конце концов исчезнет, но абхазы сейчас вымирающий народ, у них маленькая рождаемость, у них большие проблемы с наркоманией, здоровьем молодежи, уровень образования все время падает, и они так не смогли создать полноценную систему образования на своем абхазском языке. Образование идет большей частью по-русски, и абхазский язык тоже вымирает. То есть перспективы, к сожалению, достаточно печальные. Действительно, ни один международное признание, кроме нескольких, может, каких-то маргинальных государств, им не светит. И, соответственно, не светит включение в мировой рынок. Сейчас идет постоянная борьба между российским капиталом, который хочет просто скупить всю Абхазию. У них, кстати, запрещено продавать недвижимость не абхазам. Тоже интересный момент. Потому что они боятся, что если это разрешить, то просто российский капитал, москвичи приедут и всю Абхазию скупят на корни. Вот. Но Москва это так не очень активно, но требует введения, снятия этих ограничений. Если он произойдет, я думаю, просто Абхазия вообще полностью исчезнет. Но сейчас, повторяю, это пример того, что страны, которые связываются с Россией в ее нынешнем виде, в общем, кончают достаточно плохо. Это жаль, но я не вижу каких-то других перспектив для этой республики. Что касается нынешнего политического кризиса, надо полагать, что он будет разрешен, будет избран новый президент от оппозиции. Через некоторое время все повторится так же, как повторилось с ушедшим в отставку президентом Раулем Хаджибеем. Демократия, как вы правильно сказали. Спасибо. Спасибо большое, Авраам Шмулевич. Дорогие друзья, переходим к следующей теме. Оставайтесь с нами.